дали двоечку. Все, с тобой больше, разговаривает больше тетя. Больше ничего не нажимай. Женщину нажми. Не надо. Нажимай. Нет. Не надо. Сейчас она будет говорить. У вас есть московская прописка? Нет? Выйдите из лифта. А если не выходишь, нога такая с потолка. Я же говорила, выйдите. Все? Приехали? Почему не говорит? Вы приехали. Это не разговаривает. Ну как вам здесь? Отлично пока. Мы еще не знаем. Да? Ну пойдем. Через весь парк нам надо через. Хорошо. А нам надо еще попасть к лавочке большой. Лавочка большая вот здесь. А еще нам надо попасть на этот самый. Прокатиться на колесе оборзения. Пойдемте. Сразу на колесо пойдем? Бери, поехали. Ира. Я на 2 минуты задержусь. С Кирочкой? И с Кирочкой. Побежали, быстрее. Не надо быстрее. Как это? Не спеша. Ну, сюда. Давай. Полагается бесплатная мини-фотография. Пойдемте. Довольная? Да. Он высоко сижу, а вон далеко. Таня в Тоше сидит. Вон они, видишь? Да. Вон рукой Таня машет. Тоша боится, да? Я мечтала. Мечтала? Ну так ты сюда повернись, расскажи. Высоко заберемся. Сюда повернись, расскажи, как ты мечтала. Я мечтала покататься на этом. На чем? На колесе. На колесе обозрения. Да. Вот я и катаюсь. Что тут у нас видно? Куда мы поднимаемся? Мы поднимаемся наверх. На колесе обозрения. Ага, там внизу у нас сидят Таня. С Тошей, да. А мы вот здесь поднимаемся вверх. Выше деревьев. Сядь, сидеть надо. Как птички. Посмотри, вон Останкинская башня видна. Вон какая-то церковь видна. Где? Да. Вон, смотри, вон церковь. А вон дом, в котором я хочу жить. Вон Останкинская башня. Вон в том, вон видишь, большой. А вон там, смотри, на доме что-то вон, кино какое-то показывают. Да. Да, ой, глянь, там вон много. Лодки всякие. А еще ты погляди, как красота какая невероятная, да? Ну, нравится тебе? А вон Кремль видно. А вон там за домом, там видно этот самый, как оно называется, МГУ. МГУ? Да. Не, сядь, не вставай. Идите все сюда. Глядим. На самом верху. Ну еще чуточку. Нравится. Ну все, уже кружочек. Нет, вот сейчас проехали. Вот сейчас только мы вниз начали ехать. Да, вот начали. Классно? Да. А Тошу даже не видно, ну, да? Видишь, МГУ вон вдалеке, вот смотри. Это страх сначала. Я тоже хочу страшки. Страх? Да, я иду, я хочу. Делает. Там есть кнопка, чтобы выйти, если что. Лена Галя. Он вообще в шоке. Папа, что ты снимаешь? Елен, ты куда? Я тоже хочу. Он спать-то будет после этого? Ну как, попьет, танет немножко. Его очередь, я держу что. А ты хочешь... Нет, спасибо. На Метрополис сначала. Мне и на этих, на солнечных зайчиков можно? Можно. Ля, плечи. Высоты он боится. Смотри, тебе не интересно? Ира, поторопись. Антон, выключи, пожалуйста. Самокат. Залази. Так,
Мама, дай мне монетки. Это тоже были, да? Да. Тоша, давай. Нет. Сам залезешь. Она не залезла. Убери эту тряпку. Атушка, запрыгивай. Давай Кира сама сфоткается. Ты не хочешь с Кирой? Уже сфоткалась, давай. У тебя есть, или что? Я не могу понять. Давай, давай. Посмотри, некому дать. А поближе никак? Почему? Ну что такое? Что случилось? Я боюсь. Папа, иди, пожалуйста, и все, чтобы бояться. Съезжай, попасть. Съезжай, попасть. Давай, ты сможешь. Пока мы видим только твою попу. Ну как, поворачивайся. Папа, дай нам денежек, чтобы... Эти бесплатные, маски платные. Маски платные? Да. А это что такое? Цветочки делают разные-разные. А маски мерили? Нет. А что? А тут смотри, тут можно короны сделать. Видишь, всякие? Но нам же надо идти, иначе мы не успеем. Маски пойду посмотрю. А маски почем у вас? 300 рублей. Это любую можно сделать, да? Да, да. Ну вот эти, они, конечно, дороже, если хочется уже готовые. Уже готовые, да. А понятно. Самим можно расписать, да. Спасибо. Пожалуйста. А я что делаю? Да. Вот под земли Бог бьет. Током, бабах, и все. Да? Ну. Антон, мне обязательно залазить. Это у тебя кто? Котик. Ты будешь становиться красивой или нет, девочка? Кира! О! Один есть? Антон. Тоша, давай вместе с Кирой. Огромная. Да. Да, наверное, это больше.